Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Здорово, народ, и сразу о главном. Не мог не заметить, что под последними видео появилось обильное количество особенных личностей, которые яро топят за игру и данный режим в целом. Так что, думаю, вы заслуживаете отдельного внимания, и выразим это в приветствии. Да, именно так, теперь для вас будет отдельное приветствие. Давай по новой. Здорово, народ, с вами Имба, ну и отдельное... Здорово, петухи! Ай! Эх, свои орлы! Орлы вы мои. Ну а пока вы думаете, что делать? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Что делать и что высрать в комментариях, мы пойдем в Доту 2, но сегодня она немного артефакт. Суть данного режима проста. Периодически всем игрокам выпадает рандомная карта, которой можно бафнуть любого союзника или дебафнуть любого врага. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Так, экспа голда, 150%, я думаю, пойдет. Что у нас первое? Блин, прикинь, сразу выпал рандомный предмет с секрет-шопа. Можно, пожалуйста, сакрит? А не, лучше эглисонг, или как он там называется? Опытный зев, здорово. Бля, хасмуха взял, энерджи бустер дал. А чего дает сундучок? 15% маг-резиста? Или что, я не пойму. Сопротивление маг-резиста 26%. 37, да, и правда. Опа, Фаджи, у меня есть такая крутая штука. О, отлично. Ребят, погнали ФБ делать. А что, сразу все карты можно взять? Да. Что-нибудь еще? Причем тут есть карты, которые дебаф дают по всей карте. На врага будет накинуть, зачем мне на союз? Ой, я так это ж баф. Это баф. Если ты умрешь, то ты умрешь. То все засальницы за дезарми. Ага. Как хотите. Ну это такой, кстати. О, мне тоже он выпал. Может два на тебя повесить? Давай на тебя два повесим. О, Влад, сейчас можно сделать гадость. Что, какую? Постой секунду, пожалуйста, стой секунду, я тебе варты дам, поставь его куда-нибудь к ним, чтобы они прям видны хорошо были. Ну, могу вот прям вот сюда вот воткнуть. Не, вот сюда, вот, вот прям вот сюда. Вот это супер будет. Вообще без проблем. Так, мы сейчас кого-нибудь убивать будем. А можете кого-нибудь начать дамажить, и я помогу вам? Они руны не взяли. О, кстати, у меня есть 12,5 секунд стана. А тут Бристобек. Стоит, спит. Хотел сказать я. Все. Так, кого там убивает? Не убивает, да? Его видно, все, у меня есть. Дабл Эдж. О. Следующая тычка двойную атаку наведет. Ну давай пойдем макаку навестим. А что у меня в миду происходит? Скажите мне, пожалуйста. А что у тебя в миду происходит? Это за бомбардировка у меня тут товаров была. А это кто-то товара бафнул. А, это вот про это? Сейчас. Ну посмотри на товара, у них баф висит, и посмотри на дальность их атаки. Альт просто нажмите. За макаку, смотри, сейчас убью. Что это было? Просто минус макака. Убивайте тролля. Давай, иду. Так, у меня все еще ДД есть. Что мне дали? Нормально. Я горю. Горю. Ну это баф такой. Тинкер. Мне тинкер выпал. Я, короче, на себя буду вешать, блинкаться без КД буду. Ой, да что все тебе, да тебе. В натуре. Надо ботинок. Еврей. Давай Зевса убьем. Стой. Все нормально. Ну, в другую сторону гони его. Смотри, сейчас у меня же даблтычка, отлично. Здорово. И этого убиваем, у меня крит. Дабл или 1000%? 100% у меня был урон. Я сейчас умру, ну ладно. Зря. Да пофиг. Нет. Домой. Не, живу. Башнями сануло, серьезно? Два раза подряд причем. Еще и регенка, слушай, это моя игра просто. Знаете, песня была такая. О, Пуша, что ты тут делаешь? Моя игра. Да хватит, остановись. О, у меня опять добавляешь. О, я издалека теперь атакую. А где они все? Они, вот, мы их резем их. Почему я на мид тпшусь? А почему меня так они не атакуют? Я только что начал тпшиться на топ, но у меня почему-то Рики начал тпшиться на мид. У меня... А подожди, так она ж постоянно висит. Дэмэдж дэл... Блин, как плохо, когда плохо с английским. Ага, в меня стан дали долгий. Я дал. Спасибо. Эффект дабл эдж. Я не... Ох, так, иди сюда.
Я его сейчас отсюда словлю. Я его гоню на тебя. Спасибо. Здорово, братан. Что это такое? Что делаю? Как же это больно было ему. У меня не спадает этот эффект, я не совсем. Я думал, это как, ну, дабл дэмэдж, что-то такое там, на одну тычку. Но а оно давайте меня сейчас висит... кто-то подойдет наверх, я дам там. Постоянно. Нет, там есть, короче, такая фигня, была, 1000% крит. Это я знаю, но он как раз-таки на одну тычку, я помню. Я думал, что вот этот скилл что-то подобное. Извините, молодые люди, можно вас на секунду? Нет. Так. А не хотите чисто попробовать забафать вот эту башню всеми возможными бафами? Зачем? Чтобы она была сильной, ее не спушили. Пацаны, смотрите, что выпало. Иду. Все, я должен быть бессмертным. Он я, короче... за башен на 20 лет. На 20 лет? Проверяй. Вам помочь? Помогаю. Почти помог. Это что было? Что это? Я не знаю. Я... Ой. Я почти под агром. Так, смотрите, ТП-шусь выбираю, ТП-шится вниз. Все, лечу вниз. Значит, я лошара что-то там не так сделал. Так, да, мут на 10 секунд дал всем. Спасибо, подошел. спасибо, Влад. Я просто увидел там замес. Смотрите, просто встанет. Сейчас будет минус Зевс. Пока, братан. Боже, как же ему больно. Боже, мне тоже. Что с лицом? Выжить бы! Влад, сейчас возродишься, я тебе такую штучку дам, класс. Обидно. Влад, посмотри, какую штуку тебе дам. Сейчас посмотрю. На меня дали стан. Да, а что это такое? Это массовый стан на всех. Я не знаю, что это, но сделал вот так. А, все, фир, я понял. Пока, пацаны. Ну зачем ты это сделал? Ой, спасибо, спасибо большое, армированный. Огонь тема. Влад. Владос. Так, давайте Сашку-Яшку какую-нибудь подсобираем немного. Кстати, вкусно началось издалека атаковать. Это реально приятно. Приятно на милишников тут брать этот... Рейндж? Да. Что это такое? Мне что-то дали. Один бонус есть? Атак, 15 дэмэдж. А куда я делся? Ребят, есть заглушение. Классный баф, даю всем. Намутил врагов. Спасибо. О, спасибо, от души. Вообще от души. Супер. 19 атак дэмэджа, 20 атак дэмэджа. Мне за деньги дается дэмэдж или что, я не пойму. Где Зевс? 21. Арт, мне с баф понравился? Я себе еще и дум дал. Так, а ну если я кого-нибудь убью? У тебя не дум, короче, вот этот, видишь, топорик у тебя, который... Да, пацаны, у меня чем больше денег, тем больше у меня дэмэджа, чекайте прикол. Угу. Так что этот топорик делает? А он, короче, мутит с каждого удара. Да там он не только мутит, он еще и дэмэджа наносит неплохо так. Я же говорю, он дэмэдж что-то делает страшные вещи. Дал всем баф. Спасибо. Пока вы не умерли. Пока вы не умерли. Так, 100 атак спида. Отлично. Я что-то даже скупляться не хочу. Закупайся. Ой, иду драться. Иду, но я на кухню показываю. Помогу. Если бы ты на меня пошел, я пошел. Помог бы, конечно, тебе. Помог бы пораньше. А, у тебя тоже дум есть маленький? Да. Тогда дайте тычку ему. О, стоп. Я на такое не подписывался. Ну ты его агрил. Я хилку кинул у тебя, Влад. Нормально, ты хилишься. Да, вижу, спасибо. Так, а так будет. Он у всех есть уже? Кому-то не хватает, да? Да нет, мы же его по две штуки брать, ты что не есть? Да, я его на Яну дам. Пусть у всех будет. Пойду башню усилю. Не за что, братан. Вражескую. Кому урон дать? Тот часто не умирает. Я хочу. Я конечно, довольно часто бываю, умирая. Я на одной смерти. Он заглушен. Да, он не только заглушен. Он еще и мертв. У меня просто, слышишь, у меня дэмэдж от денег, мне надо пофармить. А, понял. Медас собери. Ну, такое. Зачем медас, если есть радианс? Действительно. Особенно на Рике, лол. Ой, вспоминаю метод. Так, 20% спел, видимо, усиление. Что-то связанное с магией. Это кому? Феечки лучше дать? Да, мне, давай. Но я нафидил. А я что-то не понял, я просто прожал себе херню какую-то, и в итоге я в костоял. У него мечик выпал, ну отдай. Мечи, если ты умираешь, они исчезают. Да. Я не умираю. Да. У меня сейчас я три бафа, умираю. Которые исчезнут, если я умру.
А у меня почти все такие бафы. Я Черика убил с одного крита. Куда я умру? Кто меня убьет? Ну, в смысле, может у тебя баф на крит висел? Нет. Снайпер. У меня баф на... Ой, здорово, Бристол. Ёперный балет, это что было? У тебя баф только что на крит был как раз таки. Нет, я говорю, что это не на крит. Так, еще один Бристол бэк. О, пацаны, я просто умирать не хочу. У меня сейчас столько дэмэджа будет. У меня есть баф легионки на всю карту. Ребят, если кому-то Бристол бэк будет выпадать, киньте, пожалуйста, на меня. Хорошо. Я сейчас Сашку-Яшку дособираю. Что-что? Спина или урон? Урон. Спина или урон? Возьмите. Пацаны, спину дайте мне, пожалуйста, если у вас будет. Я поформлю. Не заходите, слушай, да, я дэмэджа натыкаю себе. Пусть разойдутся, идите фармить. Это пусть, нормально, пусть что я снайпера убил с одной карты какой-то непонятной. Да. А есть карта, которая там... Да, там очень много урона наносит. Я на него как что-то повесил, и он начал умирать просто. Да, я вот про нее и говорю. Есть такая тема. Нет, так. друг, оставь. Еще 100 скорости бафаю, атаки. Бафаю. А, все, стал бог. Убьешь. Я не убью его, без помощи я не убью, вот ты убьешь. Что я не бью? Дайте ударить, как ударить? Я как такое ударить? Чувство, что сейчас соберу БФ-ку на Рике просто. Дайте ударить, как бить в этой игре. Ребят, не заходите, пожалуйста, к ним на рампу, не пушьте их так сильно. У меня столько бафов, я хочу Рике максимально разогнать, дайте им тоже что-нибудь. Сделать. Вопрос, уйдите от вышек их. Дайте шанс. Позвольте жить. Да. Просто как бы мы и им шанс даем, и в то же время у меня дэмэджа сейчас так настакается, что мама не горит. Уберите отсюда собаку, пожалуйста, она блочит спот. Так, могу какую-нибудь башню... Бадж, убери собаку, пожалуйста. А где? Мне нужна помощь. Как избавиться от штуки вокруг меня? Так, спина. Никак, все, пока, братан. Что я делаю? Ты сейчас что? Только бафаешь. А, да. Запомните этот скилл, он очень неприятный. Вот он, я на тебя херню, короче, повесил, и все, и сдох. Да, поэтому... да. Не вешайте ее ни на кого. Просто забейте на эту карту. Повесил, пацаны, или вешайте на того, кто скиллы не юзает, ничего не делает, вообще самый бесполезный. Ну, с руки не бьет, в смысле. Пацаны, есть одна проблема. Ты с руки бьешь, да? У меня два меча еще. Так, ну вот все. А смысл на тебя спину вешать тогда? Так тогда уже спину. Нету, да, меня убили. Все. Пацаны, просто 600 дэмэджа с руки. Ребят, пойду? есть дефенс. Короче, режет ваш дэмэдж на 50%, но и дает, ну и снижает по вам дэмэдж на 50%. Пойду с фишку. Не надо такую фишку. Так, вообще не надо. Паджик. Ой, на меня кто-то еще бафнул атаку. Давай, спасибо. Да, я баф. Давай навешаем. Капец, урон. Держи. Там стакается, жесть. Смотри сейчас, что с троллем будет. Жесть. Пока. А если так, как не лежать 40 секунд в таверне? Не, это сильно. Ладно, все, не трогаю их. Я пошел фармить. А, один вопрос только. Как выглядит примерно эта карта, которая дает... Там СФ. А, что дает? Так, еще дэмэдж. Мне просто тупо постоянно дэмэдж падает. Да, там нарисован, короче, которую карту запрещает бить, это СФ. Кто на меня СФ повесил? Ребят, а может кто-нибудь пойти потанковать Рошана? Да я все. Помощь нужна? Могу. Потанкуешь? Хочу. Иду. Пока, Monkey King. Если уж что, пуш почти не уязвим. В полете сдох. Пуш, иди танкуй. Смотри, что происходит просто. Я возьму. А, там все равно, в смысле... Даже, кстати, под Аегисом умираешь, у тебя спадают бафы. Это минус. Я хз, может Тараску какую-нибудь взять, чтобы подольше жить. У меня, в принципе, 1000 дэмэджа с руки. Так, снайпер, 300 атак рейндж, все. Рики теперь рейнджевик. Ой, меня баш дали. Да, во всех дали. С чем помочь? Пацаны, если будет снайпер выпадать, киньте, пожалуйста, на Рики. Пацаны, ты что говорю, показываю один раз, чекайте фрит. Дайте мне вот любого. Крит. Вот что я хочу. Давайте 1000%? Да. Я так вначале выпал, я в итоге обезьяну шотнул. 2400 хп. Сейчас мы критов наберем. Ребят, снайпер будет выпадать? Ну, у меня уже по 2к криты выпадает. Снайпера на Рики кидайте, пожалуйста. Так, а это что такое? 10 ко всем стам... статам. Да чё уж, гулять так по полной. Так,
Влад, боже, вот это разнос. Влад, держи баф хп. Баф хп. Спасибо. Каждую секунду растет кукушка. А что меня убило? Господи, это просто Рики сейчас будет на таких стероидах, что... Отойдите, отойдите от рампы. Вообще, давайте сейчас договоримся, ребят. Вот 10 минут вот за эту линию не заходим. Уходим оттуда все, тпштесь оттуда. 10 минут дайте, пожалуйста. Ты жадный. Уйди, 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 уйди. Все, ухожу. Один вопрос, почему меня бросил бэк двух колючек, нанес около 6000 урона? Не знаю. Просто вот, ой, вот так есть. Вот за реку отойдите максимально. Я хочу попробовать настакать. Ой, снайпера, спасибо. Вот это у меня рейндж атаки. Ребят, вопрос, кому маны не хватает? Кому похилить надо? Надо кого похилить? Ладно, я на тебя еще одну херню повесил с голдой связанную, которая урон. Ага, спасибо. Ребят, кому маны не хватает? Мать моя женщина, это что сейчас вообще за реки ну, будет? Хочу рапиру. У меня 1800 маны. Ребят, выпадет снайпер, просто киньте на Рики. Я так на тебя его вешаю. Поставлю. У меня вот два снайпера уже висит. Это все? Все нормально? Это жесть, а не Рики. Я Рики. Так, а это что такое? Так, баф на 30 секунд, но это понятно. Реген маны. Уф. Это тоже понятно. Вот, а, это я сейчас всех сразу бафну, да? А чё вы? Фу, на Ян крипов воруют. Да, не только крипов. Я ж попросил, ребят. Ну, вот я не знаю, что делать. Нет, я чисто и крипов их фармлю. Ну, я ж говорю, даже фармить не за надо. За реку не заходи. За реку вот, не дай, дай, там, дай им время. Да. Не только им. Уже почти 1500. А, почему почти? 1500 урона с руки. Вот я им дал 96 голды целых за меня, ты что? Тут так красиво. Так, вот это что у нас да. такое? Влад, смотри, мне еще дали, короче... Ребята, дабл эйдж есть, навсегда, кому? 100 атак, дай мне, дай мне пока. Перманентная. Кидать? Ах, ади Роша. А, слышишь? Перманентная, а. Перманентная у меня кушает. Перманентные, я... 100 атак рейнджи. 100 атак рейнджи, давай. Да. Хочу. Почему у меня каждая атака крит? Там всего 20% шанс. У тебя же это 100%, там здесь херня какая-то. Ну, у меня дабл эдж. Я на войде вот с этим как-то... с вот этим вот мечом, который есть же... Пацаны, дальность атаки больше, чем у снайпера. Пас. Так, есть такая тема. Че, можешь еще критулечку взять? Еще 100. Так, манодрейн. Ну, манодрейн это такое себе. Сейчас мы просто... Сейчас под заблочишь. О, о. Пацаны, нажмите Alt. Зеленые. Вся карта зеленая. А что это такое? Это кто-то вышки бафнул. А почему у меня это фонтан убил крипа? Сори. Вы представляете, что там сейчас вообще за Рики выйдет? Ну, представляем, они. Они я точно не представляю. Блин, мне бы еще денег на самом деле побольше. 4000 крит. У меня трик. У тебя 3000 крит? Откуда? Сейчас гляну. У меня был, ну, у меня было на одну тычку. Он зашел не на свою половину. И умер за это. Ты на его половину, кстати. Ты его на нейтральную. Так, это что убил. Такое? Регенерация 2% от максимального хп. Она постоянно висит? Так, Наян, я бы попросил. Та территория, где он не может меня убить, это моя территория. Так, Аегис пропал. А, 16 хп регенерации в секунду. Все так же 16 хп регенерации в секунду. Я думал, что это какой-то этот... Уйди оттуда, Пуч, ну попроси уже, господи. Да, ухожу. Что ж ты да, такой прям... Там. У кого вы там обмануть пытаетесь? Не могу понять. Короче, давайте 3к урона и идем их убивать. О, Падж! А подожди, не, был разговор за 10 минут. Все, там... А кто танчит? Кто танчит? Кого танчит? Падж, держи. Что? Что надо? А, подожди, нельзя? Он опять зашел. А, это настроение, блин. Я не прочитал. Просто у меня есть теперь бабка, кто атакует строение, получает 80 дэмэджа. Что такое? Ага, вот так, интересно. Короче, есть тут карта, которая просто всех убивает. Не надо. Ну, я вот только что ее прожал.
в небольшом, поправочка, убивает всех в небольшом радиусе союзников. А может и не только союзников. Так, снова без тобэк, снова 3 хп регенерации. Убегай, СФ. Пацаны, смотрите, как у меня хп растет. Лёня, не надо. СФ, только смотри на реки, не повесь, у меня 5000 крит. Вешайте на него. Я тебя вот потом повешу. Ну, посмотри на мою хп, у меня, оказывается, уже давно херня это висит. На фура, 4к хп, нормально, братан, нормально. У меня 3600. Так, пацаны, на мне тоже висит уже секунд 10, у меня 3500. Весь, конечно, капает. А снайпер там больше никому не падал? Не, у меня 2 СФа, ребят. Ну, СФов держи, не надо СФов. Они опасные. Ф нельзя. Опа. Не понимаю, у меня такое чувство, что иногда какие-то карты отваливаются. Так, мана дрейн. В кого? Перекрывается. Фура! Чё? 10 минут не прошло. А, не прошло еще, да? Нет, конечно. Ты чё? Эти карты, а у них там вообще какие-то карты есть нормальные? Мне кажется, они вообще рандомно на себя вешают. А потом, ну, знаешь, они настакивают хорошие карты, потом выпадает СФ, СФа вешают, да, и все. Бесполезно становится все. Убери, пожалуйста, пеньков. А на врагов можно юзать СФ, да? Нельзя. Не, только на своих можно. Только что проверил. Почему пенек теперь бегает за мной? Так, 500 маны надо кому? А ну давай мне больше. Ей кому там? Мне давай, фури давай. Фури? У тебя 2200 у этой. Ребят, если что, вот эту вышку все бафаем. Бафаем? Чем бафаем? А, дальность атаки? 5 хп регенерации. Вышку, посмотри на хп регенерацию. Нормально, плюс 20. У меня плюс 17, блин. Плюс 12. Артемидзес, а ты что тут делал? У меня пушку канул. Я ж попросил, ну не заходите вы за реку, 10 минут дайте ребятам пофармиться. Да суть в том, что я был вообще в другом лесу, и я просто... Да, что ты, что Артемидзес постоянно, вот я ж начертил черту. Ну река. Река. Вы все просто фармите. Так, еще... Да какая разница? Ждать. Варды расставь, полезно будет. Так, я, наверное, еще один доедалос возьму. Что, мне только что 6000 долларов? Это я прожал карту. А что еще такое? Да, в принципе, еще один доедалос. Я, короче, у меня карта, типа, я голду не получаю за фаром, но она, типа, копится и потом дается всем. А, вот что эта карта делает, я-то думал. Да. Сундучок нарисован. Так, я сейчас просто вот так вот можно отправлю вот сюда. Чисто чекнуть, как это будет выглядеть. Отменить, как бег отменить? Я не могу ничего сделать, я не знал, что эта карта делает. Ты куда полетел? Что за хрень? Так, как думаете, сможет ли моя иллюзия убить Рошана? Мне кажется, нет. А ты чё остановился? А ну, а можно я проверю свою тычку на Рошане? Так, у меня стан пошел. Что, на кого СФ? Подожди секундочку, сейчас еще проверю. Это Мартемидзе. Я возвращаюсь. А, кстати, на иллюзии карты не работают. А, нормально. Хорошая фичка. Долго убиваешь. Я на иллюзии кинул карту, Влад, вот, бежит. Он бежит за СФом. О, кстати, СФа можно вешать на иллюзии! О, все, я повешал СФа на иллюзию. Я тоже повесил. Так, нужен меч кому-нибудь? У кого-то нет меча? Не, давай. У тебя есть. А, нет. А можно мне еще билдом? Все, иллюзия. Смотрите, иллюзия, что делает. Ладно, короче, давайте можем... закончим эти мучения. Сейчас просто поубиваем их всех. Нафиг 7000 крит. 6. Вот они издеваются, почему на мне висит 8 дэмэджа в секунду получается? На самом деле, они сейчас могут какую-то карту там, я не помню, которая максимально, ну, боже. Ребят, смотрите, что происходит с базой. Где база? Какая база? Какая база? Снайпер, думаешь, у тебя большая дальность атаки? Тебе показалось. Там пенёк. Зевс, ты чё стоишь? Ай, это сейчас больно было. О, это очень больно. Это жесть. Короче, ребят, Dota 2 теперь артефакт. Классная кастомка. Мы будем дальше в ней разбираться, смотреть эти карты. Я надеюсь, что вам игра понравится. Вы поддержите его видосик, в смысле лайком, канал, подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.